Господи. На Орловщине вновь проводят акцию «Безопасное жилье». Традиционно весной и осенью сотрудники МЧС совместно с полицией и соцзащитой выходят в профилактические рейды с целью предотвращения пожаров. Особое внимание уделяют частным домам с печным и газовым отоплением. По статистике, наибольшее количество пожаров фиксируется именно в жилом секторе. Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации отопительных приборов и электрооборудования. Кроме этого, безусловно, нужно соблюдать правила безопасной эксплуатации газового оборудования.